День добрых дел. В 6 лет Ярослав почти не говорил, но писал стихи верлибром. Его хотели отдать в школу для детей с нарушениями интеллекта, но сейчас он один из лучших учеников 3 класса обычной школы. Для детей с синдромом Аспергера характерна неровность в развитии. Кроме того, они часто кажутся странными. Но это не потому, что они невоспитанные, а потому, что им действительно сложно представить, о чем думают другие люди, когда произносят слова. Ярославу тоже трудно понимать других людей. Его папа придумал такую игру. Он читает Ярику вслух сказку, а тот рисует к ней иллюстрации, типа комиксов. И оказалось, что у мальчика поразительные способности к рисованию. А еще Ярослав занимается в Центре поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». На занятиях с психологом он учится выражать свои чувства. Неважно, станет Ярик художником или ученым. Гораздо важнее, что он сам меняется, и наш мир становится для него более открытым и понятным. К сожалению, без нашей помощи Ярославу и другим ребятам, которые занимаются в Центре «Дорогу и добра», не справится. Один год работы центра стоит 3 миллиона рублей. Давайте вместе поможем центру собрать десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч рублей. И тогда особые ребята, которые занимаются в центре, смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята» – 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. 3443. Сервис доступен для МТС, Мегафон и Билайн. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.